Наши с вами мысли, прием и восприятие, наши с вами чувства о успехе, наши с вами пожелания, чтобы наши дети были живы, здоровы и так прочее, и так прочее. И если это в судьбе не написано, мы можем, и у нас есть возможность изменить. Наши страхи имеют свойство материализоваться. Мы все, что в жизни достигли, это отражение наших чувств и мыслей. Чего мы не достигли, это опять же отражение наших мыслей, наших чувств, исходя нашей мысли, опыта и т.д. прочее, так прочее, наших действий, результат. Но это не означает, что вы только дома сидите, не выходите, лежите и думаете о успехе. Туда действие тоже нужно. В первых порах, пока вы мастерство не достигаете. А когда вы мастерство достигаете, нужный результат получается мгновенно. Нужное время, в нужном месте. Но это после достаточно лет работы над собой, и в том числе буквально на работе, в бизнесе и так прочее.